Всем доброго дня, народ. Начинаем игру турнирную против Флейта, Блиц Джебус. Комментариев будет немного, все-таки таймер очень-очень сложный, поэтому, наверное, буду стараться комментировать что-то между ходами. На своем ходу, скорее всего, буду пробовать сосредоточиться больше на своих действиях. Поэтому как-то вот так. Чем вчера демонение кончилось, досмотрел, как сейф был. Купил я тут красный цвет за 3000. Оппонент взял рампорт с мифалой, я решил покатать Кирюши. Не знаю почему, ну вот просто решил покатать Кирюши. Мирор рампортов. Вот так у нас. Я мог взять все что угодно, но взял рампорт. Ну, на блице считаю, что, ну, по крайней мере, Кирюша даст немного темпа. Хотя мефа очень серьезная на том же блице. На охоте. Так, ладно, все, сразу отключаю микрофон. Да, еще на один вопрос отвечу. Да, это был рестарт с моей стороны. Оппонент тоже взял рестарт, но, к сожалению, засчитывается мой, так как я первым взял.
Что-то как-то не очень хороший первый день. Может быть, оппонент возьмет рестарт, я надеюсь. Как-то вот так. Не полез в склеп с вампирами, ну, потому что я не полностью смог скупиться. Денег реально очень мало. Ну, из приятного есть конца, есть ожерелька ускорения, есть маска, которая... Ну и меч хороший. То есть есть три неплохих артефакта. Маска на минус один морали. То есть это как улучшенный дух уныния. Сейчас тогда скуплю героя, возьму склеп. Возьму склеп. Кто у нас там? Еще из плохого очень пришел Луфтерин со старта.